на плато пирамиды Гизы, а точнее Скикермен Крымского, мы нашли проход в потусторонний мир. Потайное место, где древние шаманы из Шамбалы китайской, ацтеки и караимы праздновали 30-летие октября, великого могущественного октября. Здесь ступени, и вот мы проходим вовнутрь, вот здесь колодцы, тут пили воду, мылись, купались, и вот они, проходы. Уже почти ничего не видно, темно. Видно, что древних мало интересовала эстетика, и, по всей видимости, еще и мало интересовала практичность этих ступеней. Выдолбили их, как получилось, блядь. Спутниковая антенна древних ацтеков. Майя. Вот на той стороне мы были. Фокус плохо работает, уже все смеркнулось. Уже все очень плохо видно. Вылезли из куска скалы. Вот он, це прохід. Ну, вот там вот на парковке машины наши стоят. Очень удобненько. Очень удобно, машину поставил, и вот тебе, пожалуйста, гасануться бесплатно можно тут. И не надо там косарникам уплатить. Слышите, а нафига нам в натуре оставаться платить косарь? Вот здесь вот кинем, пещерный факела зажжем. Да. Идем назад. Скользкие ступени. Оп. Оп, эй, ла-ла-лей. Интересно, YouTube за эту песню заблокирует видео? Вот, ребята, сегодня 12 ночи снаряд прилетел. Мы с Ленкой выбежали. Вот тут журналисты иностранные уже пришли. Россия сегодня, да? Вот, полюбуйтесь. Тихо, не гунди. Не гунди, а то у меня тут... Что делается? Ты что, ополченец, что ли? Ну и как оно тебе? Вот бассейном. Мне легко, ребят. Тут вот ванна, короче, у меня. Купаешься здесь, да? Кстати, вода у тебя здесь чистая такая. Молодец. Ты фильтруешь ее, да? Да. А чем? С солеными. Собаками. А где твои собаки? Они гуляют. Молодец. Когда-то тут предки наши ничего не делали. Не наши предки, это вовсе. Древние грузины? Нет, татары древние. А, это да, да, были такие. Это частная собственность вот здесь. Вот это все частное. Можно собрать. А вон древо Гондора, видишь, на скале растет? Вон, зеленое, кусочек. Кто это крякает? Алло. Алло, кря-кря, алло. Так, ладно, все, прекращаем.